Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителем Министерства обороны Российской Федерации Андреем Гончаровым. Основной темой беседы стало развитие технологий оборонного назначения. Визит Андрея Гончарова в КФУ связан с профессиональной деятельностью начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации. Также в рамках встречи генерал-майор предложил университету принять участие в проектах Технополиса Эра. К слову, несколько выпускников КФУ уже проходят службу в технологии. Было, вы знаете, «Армия-2019», крупный форум. На этом форуме наш выпускник представлял именно работы, которые они сделали вот в этом центре «Эра», представлял президенту. То есть мы уже, как говорится, очень, и сейчас тоже было отмечено, что наши выпускники и в дальнейшем хорошо работают. Основное отличие Технополиса Эра от уже существующих технопарков в том, что его конечной целью является создание собственных уникальных технологий, имеющих перспективу для укрепления обороноспособности страны. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.